Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Кузьма Гридин, GTA 3, продолжаем играть. Как я рад, что перед тем, как вот эта хуйня случилась с GTA-шками, графинчик-то хуже не стал, надо сейчас быстро настройки. Что когда случилась вся эта херня с GTA, я успел сохраниться, и я успел отснять несколько летсплеев вперед, чтобы игровой канал не простаивал. Ну ладно, все вроде в порядке, можем спокойно себе продолжать. Обсудим сегодня, что, конечно, произошло. Потому что то, что произошло, это... На это вообще никуда не идет. Ни в какую. Полная херня. Это если кратко говорить. А если говорить развернуто, это вообще пиздец полный. Не знаю, в наше время, чтобы игра была недоступна так много дней. Ну, 2 дня, но все равно это... Да, охерения много. Все-таки мне кажется, я до сих пор стою на версии, что... Нихера дело не в... О, жизни. Нихера дело не в этом. Было в лицензиях на треке. Но я уже говорил эту версию в Телеграме, что компания столь большая, как Rockstar Games, и компания, которая сталкивалась с судебными делами на протяжении всей своей жизни, не могла просто так взять, проебаться и забыть вырезать треки. Или даже, ну, коды этих треков. Слишком на палеве и так компания находится 24/7. Ну и заход... Да тоже странно, конечно, как... Во-первых, там даже другие разработчики же вроде занимались. Это Grove Street Family, которые делали игру для мобилок. И тоже странно, как... Короче, очень много странностей в этом деле. Так, в этой миссии я помню... Да, вот этого челика нужно будет взорвать. Только не помню, можно ли по нему стрелять. Вроде нельзя. Угу. Бля, а у меня еще и машина побитая, плохо. Ой, как мы филигранно прошли. Блин, мне нужна другая тачка. Это херовая, она не подойдет для этой миссии. Вот это, типа, мне нужно. О, отлично. Так, ну, что? В комментах я увидел, я даже ответил на этот комментарий, возмущен был, типа, вот, Кузьма, не пройдешь, ты эту часть в итоге забьешь через 3 летсплея. Я думаю, типа, бля, Дудик, я эту игру проходил так много раз, от начала до конца причем. Мне кажется, я проходил эту игру больше раз, чем ты лет живешь в этом мире, в общем и целом. Надо перевернуть его каким-то образом. Так. Ну, друзья, переиздание. Вот так вот мы тебя перевернем и выполним эту миссию. Да, слушайте, выполнили. Не знал, что так получится. Быстрее, 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 быстрее. Ой, хорошо. Так, а почему... Этот чувак жив! Так, 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 осторожно, все хорошо. Полиция Liberty City помогла мне выполнить эту миссию. Точнее, не провалить 4 звезды. Все, слава богу. Да, но нервишки еще щекотит эта часть. Но я надеюсь, что реально мы за 2 летсплея ее пройдем. Вот. Не хочется на ней застревать, хочется уже перейти к Vice City, читать катсценки. Кайфовать от ностальгии. Хотя мне, честно сказать, очень нравится. Если бы я вне летсплеев проходил, я бы и с катсценами, наверное, смотрел бы GTA 3. Ну, может быть, и не смотрел. Просто реально, я вот так часто все это проходил дело, что я уж наизусть заучил. Вообще не помню, чего этой миссии надо сделать. Так. Хотел, короче, план Б. Если, к примеру, бы не запустилась бы GTA-шка, проходить игру «Жизнь и страдания сеньора» или «Сира Бранте». Я видел ее в хайлайтах стримов Мэдисона. И мне что-то так понравилась эта игра, что я даже хайлайты решил не досматривать. Ну, просто по той причине, что не хочу знать, чем все закончится, хочу сам все пройти. Плюс мне кажется, что для... А, я помню, что это за миссия... Вот эта миссия, конечно, в свое время тоже у меня вызвала жопную боль, потому что, друзья, сейчас, я не знаю, вряд ли получится с первого раза. Да. Нужно попасть в это окно. Так, ну нет, слишком близко тоже опасно подходить. Так, сейчас.
Может, вот так вот? О, все отлично. Кто-то одного раз. Я не понимаю, почему у меня только гранаты есть в инвентаре? Ну ладно. Так, тут надо очень серьезно быть. Сейчас мы тебя подловим. Угу. Касаемо Dark Souls, лагерь комментов разделился на два. Кто-то говорит, что идея отличная, а кто-то говорит, что очень плохая. Хотя, в целом, какая разница, под что засыпать? Так. А, еще я смешной коммент увидел. Я, на самом деле, мне даже он понравился. То есть, я считаю, что это один из лучших комментов. Так, что, миссия провалена? Короче, коммент был, что Клод самый крутой главный герой GTA из оригинальной трилогии по той причине, что Клод поистине самый настоящий психопат. У него вообще нету никаких моральных, так сказать, сдерживающих устоев касаемо кого мочить. То есть он может как и своих корешей, как и своих не корешей. Ну, типа, вообще похер у кого. А что это за херня была с автоматом Калашникова? Пау, бля! Вот, что если другие герои GTA хоть какие-то переживания имели насчет того, что они делали, то Клоду вообще в целом... Все, иди нахер. Че, успеем? Бляха, он все равно жив остался. Все равно... Бляха, ну сейчас мы его собьем. 4 звезды. Сука, я на одной звезде не попаду. Я не умру в туалете. Я не умру в туалете. Я не умру в туалете. Так, все, хорошо. Что-то опасно. Блин, а я не понимаю, у меня что, только гранаты из оружия есть? Да, в натуре только гранаты. Как же так получилось? А, я умер несколько раз. Ладно, придется еще оружие докупить. Или похер. Не, надо. Хочу телефонные миссии допройти. Вот хочу сейчас последнюю миссию с телефоном выполнить. Довольно заебную. Блин. А, УЗИшка продается, хорошо. Очень, конечно... А чё за лаги? Почему подлагивает? Компик не тянет у меня? Год назад топовый, который был. Оригинальную GTA 3. Блин, ребята, Власов. Антошка записал стих. У него же просто целая драма с GTA 3, начиная с школьного возраста. Он не может поиграть в GTA 3 нормально. Потому что у него, когда он был мелким, глючила она на компике. И вот сейчас Антошка наконец захотел закрыть свой гештальт, пройти GTA 3. И как назло, GTA 3, когда он ее купил, у него просто не запускалось. Ну вот из-за всей этой херни с лаунчерами. И Антон целый стих написал. Я надеюсь, он его в Инстаграм... Я бы его с радостью в летсплее прочитал. Блин, если Антон забудет вдруг его выложить, я спрошу у него разрешения прочитать в летсплее стих Антона про его разочарование GTA 3. Ребят, очень проникновенный душевный стих. Я вообще не любитель поэзии, но конкретно здесь... Так, вот такие вещи нужно обходить стороной. Пожарные машины. Они убивают в этих частях. Рейд Сузи. Нет, это не то. Это не та миссия. Это тоже такая дебильная миссия. Little ride into Edburn Heights. Kill me some filthy Diablo boo-boo spin bodding up me lady queen, is he? You do the driving and the shooting and the dallying a boot. We'll make sure you don't get cold feet here. You'll need a piece. Laughing vampires dance!
Идиотизм. Блин, фары, конечно, у машин сделаны прикольно. И еще я видел в комментах, что многие бугуртят на дождь, что типа из-за него ничего не видно. Вот, но я не знаю, мне дождь нравится. Мне нравится, как он сделан, честно сказать. Но еще тут бугурт связан с тем, что в... Вот эта проблема с дождем, она не так ярко видна в трехе и в Vice City. А вот в Сан-Андреас это прям конкретное... Вообще в Сан-Андреас больше всего проблем. И основная проблема в том, что как бы в Сан-Андреас главные персонажи черные. И не в том, что они черные, а в том, что из-за того, что они черные, то искусственное освещение, точнее, их видно только когда есть сцены с искусственным освещением. А когда их нету, и, к примеру, кат-сцена происходит днем на улице, то просто-напросто персонажей не видно вообще никак. Это, конечно, проёб, блядь, колоссальный. Так, в этом городе нужно быть очень осторожным. Тут меня ненавидят все банды. Еще похер. Просто проезжая мимо, уже идут меня мочить. Нельзя выходить из тачки. Хорошо, я понял. Я не помню, сколько их надо. Охуеть, миссия. Просто охуеть. 10 убил человечков, и все, миссия выполнена. Но это, конечно... Но вот это вот как раз-таки элемент аркадности оригинальных GTA. Что, ну... Вообще в этой миссии нихера нету. Просто тратишь время на то, чтобы доехать до города в ней. Саму миссию выполняешь 10 секунд. Слушайте, а знаете, что мне кажется? Мне кажется, в оригинальной GTA нихера не 10 надо было убить, а 25. Почему-то у меня такое воспоминание. Я вот недавно проходил GTA 3 просто и помню эту миссию. И там нихера не 10 ты ограничиваешься. Но я могу ошибаться. Хотя в комментах некоторые мои предположения. И Антошка. Вот, смотрите, Антошка, из-за того, что у него вот эта GTA-ха не пошла на компике, он. Где этот мост ебаный? А, вот он. Или нет? Так, я не могу, нихера не понимаю, забыл уже. Мост здесь, да. Вот, Антон, из-за того, что вот эта GTA 3 ушла из магазина, он начал проходить оригинальную GTA. И он еще... Нихуя себе, смотрите, как там самолет маневрирует вдалеке. Я не знаю, видно это на записи? Надо посмотреть, вообще я пишу все? Да, пишу, слава богу. Но на всякий случай проверять стоит. Он начал играть в оригинальную трилогию и смотрит при этом мои летсплеи. И говорит, что ты прав насчет той миссии с порно-журналами. Что в оригинале тебе дается 10 секунд, чтобы ее пройти. Ну вот в начале. И ты собираешь эти журналы, и тебе прибавляется 1 секунда. А в ремейке они сделали 40. Я, честно сказать, не знаю. Вот эти части, уменьшать в них сложность, никакого смысла нету, потому что если в них уменьшать сложность, то они, ну, они и так простые все. То есть даже с той сложностью, что есть, они очень быстро проходятся. Я вот последний раз в Vice City прошел за 2 часа 45 минут. От начала до конца все миссии. Но это довольно быстро, на самом деле. Это прям молниеносно, я бы даже сказал. И когда ты уменьшаешь сложность, просто-напросто проходить-то и ничего не остается. О, да, вот это тоже заебная такая миссия.
Она заебна тем, что тебе приходится ездить в первый город два раза. Так, ну я помню, туда нужно мафиозную тачку угнать. Недавно с корешем ехали в тачке и включили радио GTA 3 на фон. Блин, так с кайфом было ехать, не знаю, ребят. Шикарное музыкальное сопровождение, конечно. Очень недооцененное. Очень недооцененное радио в GTA. Очень. В третий. Так, окей. Так, значит, сейчас будет самая сложная задача. Это угнать мафиозную тачку, потому что сейчас все мафиози. Вот. Вот я об этом и говорю. Я об этом, блядь, и говорю. Господи, помилуй! Ай, блядь. Ладно, пока мы в этом городе, мы сразу угоним машину. Вот об этом я и говорю. Ёбаный рот. Тут убивают с двух выстрелов. Вот, конечно, то, что они сделали выстрел из дробовика, что он убивает тебя с двух выстрелов, это настолько абсурд. Потому что, ну, тут просто удача есть. Если рядом с тобой не стоят два мафиози, то ты выполняешь эту миссию и вообще нормально можешь в этом городе передвигаться. Но если с тобой стоят два мафиози и у них у обоих дробовик, первый выстрел сейчас был. Вот еще один мафиози. А тут по-другому никак. И сейчас второй выстрел. Но он промахнулся. Слушайте, нет, что-то это. Ну просто далеко я. Ну сейчас я... Все, 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 я умер. Я это просто 2-3 выстрела. 2, если попадешь. 3, если нет. Ты умираешь. Вот, блядь, такая-то часть и была. Ой, а дальше такие ебаные миссии будут. Вот эта ебаная миссия с самолетиком, где нужно в самолет попасть с одной попытки из базуки. Это вообще, это такой пот. А потом будет миссия, где нужно будет во все три города кофейные палатки ехать и уничтожать. Пиздец. Сука, ладно, сейчас надо просто поосторожнее быть. Попытка номер 3. Мы даже не миссию проходим. Все, окей, я буду просто умнее, я сейчас сделаю, я не буду ездить по улицам. Я поеду к особняку. И заберу тачку здесь. Все, хорошо. Так, один выстрел есть, но мы живем. Ха! Мне хочется плакать. Я умер 4 раза. Я умер 4 раза. 4. Чё за бред? Впереди это не мафиозный. Просто даже доехать не могу. О-о-о-о-о! Хоп, гоп-стоп! Гоп-стоп. Они подошли из-за угла. Я провалился. Я умираю. Всё за бред, блядь! Что за бред, блядь? Как можно было сделать эту механику? Окей, вы исправили несколько миссий.
Вы исправили это! Хорошо! Отлично! Вы... Но я мертв. Их двое, они оба с дробовиками. Голова. Они исправили вот эту херню с миссиями, которые показались современным игрокам чересчур сложными, но они не исправили тему, что с двух выстрелов ты проваливаешь все. О, все. Ребят. Ход конем. Бля, ну я тут могу тачку засрать. Ладно. Будем торопиться. Будем осторожны. Все хорошо. Все хорошо. Да. Такая вот GTA 3. Игра такая была. GTA 3, да. Вы не помните, наверное. А я помню. Я помню. Пиздец. Так откуда они в этом районе взялись? Их даже не было в этом районе. Она принадлежит банде Диабло. Ёбаный рот этого казино. Чё за пиздец? Мне хочется плакать. Мне хочется плакать. Ой, бля. А вы понимаете, я сейчас-то уже человек, ну, взрослый довольно. Я человек взрослый, у меня, ну, нервная система, да, и в целом упорство какое-то, да, терпение, оно стало больше, чем вот когда я... Или меньше все же. Я хотел сказать, что больше вот когда я был... В сравнении с тем, когда я был пиздюком, но что-то вот сейчас у меня бомбит. Ладно, вот так вот точно не должно быть никаких проблем. Через спорт проедем. Стена каменная. Все, отлично. Ну все, сейчас мы точно спокойно должны доехать назад. Никаких проблем не будет. Такая вот, да. Это игра такая, ребят, GTA 3 называется. Помните, ностальгия? Пророк Санбой. Но, что меня радует, Рокстары поняли, что эта концепция с дробовиками, она ебаная. И они убрали это из следующих частей. Этого не, больше не будет настолько мощно. Единственное оружие, сравнимое по мощности, будет только... Только в Vice City. Это будет шестистволка и... Еще вот это оружие, я не помню, как оно называется. Пулемет Рэмбо, короче. И в San Andreas только шестистволка. Одно они оставили. И знаете... Это оружие будет только у вас. Не будет... Я тут сохранюсь, ребят, потому что, ну... В пизду. Вот, это оружие будет только у вас. Он не будет у неписей. Потому что, ну... Логично, что... Дать неписям самое мощное оружие, которое убивает с двух выстрелов. А в этой... А знаете, что еще самое, вот, получается сложное? Вот именно в этой части. В этом переиздании. Что, обратите внимание, они неписи сделали везде, и их очень много на улицах, не как в оригинальной части. Там их было 2-3 человека на один экран, который ты смотришь. Здесь я вот сколько уже вижу, 20 людей в одной и той же одежде. Соответственно, там также стоит 20 неписей с дробовиками, которые тебя с двух выстрелов убивают. Ладно, ну хоть вот эту машину больше не надо будет искать.
Блин, я раньше, конечно, ну, умнее делал, я сразу в первый город приезжал с этой машиной и сохранял ее вот для миссии телефончика. Вот, ну, старость, старость. Слушайте, ну сколько? Мы минут 10, наверное, потратили на эту мозгоёбку. Так, тут с гаражами нужно быть внимательнее. Все отлично. Зачтено. Так, а я не помню, какую нужно третью бы угнать-то машину. Я помню, что нужно снова в первый город ехать за этой машиной. Диаблу угонять. А второе нужно, наверное... То ли тут... А, тут, наверное, это... Банду... Как их называют? Ямайцев. Их машина нужна. Какая медленная тачка. Слушайте, я, честно сказать, возмущен рейтингом 0.6. Мне кажется, это чересчур на метакритике. По сути, вот 0.6... Оценка, она стоит, ну, за что? Она стоит за то... Так, тут, надеюсь, мафии не будет, нет. Ложки с пистолетами. Вот, оценка 0.6 стоит за что? За то, что запуск, типа, игры затруднен был, да? Но, понимаете, она останется навсегда. То есть, там, спустя год... Когда они исправят момент за... Ну, они уже его исправили. Момент с запуском. Оценка все равно будет стоять 0.6. Ну, ребята, 0.6 такая оценка, но я не знаю. У игры этого Гульмана может быть. Ну, у откровенно плохих игр. Тут просто исключительно была проблема с запуском. Ну и то, что люди 4000 отдали за игру. Но тоже такая спорная херня. То есть, почему, типа, 4000 за оригинальную GTA это много, а 7000 за игру на плойке это, типа, норм? Ну, то есть, это не то, что норм, это тоже не норм. Но это не настолько абсурдно, чтобы поставить за это 0.6. Понимаете, о чем я говорю? То есть на эмоциях сейчас рейтинг будет выставлен. Но это же не искренние эмоции. Вот я сейчас, ну я подпивас. Типичный подпивас. Я взрослый дядя, который ностальгирует по GTA 3. Который играл в нее в детстве. Ну и во все эти оригинальные части. Да, меня тоже, ну, забомбило с проблемой запуска. Мне хорошо вот в это время, когда вот... о, вот она. Когда люди не могли долго запустить игру, у меня дела были в этот момент. Вот, я человек деловой. И как бы мне было похеру на эту хуйню. Бля, в опасном месте мы едем. В опасном месте. Я чувствую запах дроби, ребят. В этом месте. Ну, вроде нет. Все хорошо. Я могу немножко тупить с тем, чтобы... Машина почти развалилась. Ладно, но я его во втором городе отремонтирую, я тут этим заниматься. Что-то проблем как-то много я нажил себе, пока эту машину угонял. Че, что происходит, я не понимаю. Вот, у меня могут быть проблемы с тем, чтобы формулировать мысли свои. Вот, заранее извиняюсь за это. Потому что я не привык, когда играю, что-то еще комментировать. Меня вообще бесит, блядь. Я обещал, что я ни слова не скажу, когда буду летсплей здесь записывать. Что я буду молчать. Я не хочу говорить ничего. Мне нечего вам сказать.
все отлично. Какое интересное здание. Слушайте, ну вот, конечно, такая херня, что они... Бля, у меня есть снайперка. У меня же вроде... А, снайперки нет. А я закупался? Да, закупался. Потратил на это деньги. А, видно. Ха! Лайфхак. Сейчас сэкономим на покраске. $1000. Нашли лоха, чтобы платить. Нет, не надо. Все новое. Нихера. А че, надо будет проверить это еще вне миссии. А че, теперь нельзя так сделать? Пора поставить в гараж машину, и она полностью будет отремонтирована? Бред. Так, ладно, мне надо осторожно, что-то машина дымиться уже начинает. Все. Я снова в первый город возвращаться не хочу ни при каких условиях. Только ради одной миссии. Ну ладно, двух там миссий. Просто жесть ебаная. Все, ну это вот все, вот видите? Миссии с телефончиком, они уже заебные. Вот все миссии, которые были в телефончике, они заебные. Они дебильные все. Так, все, осталась еще одна машина. А тут, может, есть бриф, сообщение. Отгони, стали он делал, чтобы любой банды... Стингер Якудза, окей, это все здесь находится. Начали с самого сложного. Теперь нужно Стингер Якудза доставить. Сделаем. Режим гидравлики. А, нет, нам режим гидравлики не интересен. Это что, типа, лоурайдерская машина она стала? Ну-ка, сейчас проверим, ребят. Ну-ка. Нихуя не понял. А, понял. Ну-ка, стоп. Короче, хуйня полная. Ладно, не буду этим больше заниматься. Режим гидравлики. Ой, господи. $10,000. Охереть. $10,000 здесь стоит 10 патронов для дробовика. В этой игре, кстати говоря. Вот такая игра GTA 3. Такая вот игра. Вы не помните? Я помню. Я помню. Я уже даже не знаю, закупаться ли оружием, не закупаться. Ну, же, мне кажется, это может плохо кончиться. Так, ладно, мы купим только УЗИ и калашников тут нужен только. А я не понимаю, почему тут подлагивает вот так вот? Вот именно в магазе. Из-за чего? А, ну столько нам хватит, больше нам не нужно. А что это у меня за... Что это за миссия? Я такой миссии не помню. Гонка на парковке. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Нет, эта миссия... Я не буду ее проходить. Нет. Все, спасибо. Мне это не интересно. Я просто уеду и провалю эту миссию. А почему мне эта миссия вообще далась, я не понимаю. Все-все, я ее провалил. Можете не засчитывать. Слушайте, все равно, прикиньте, ведет. Может, из-за того, что я на тачке такой специальный? Не-не, мне это не интересно. Но странно, в оригинальной части такого не было. Да, это видно, я где-то угнал эту тачку не очень в правильном месте. Кстати, я сидел как-то раз вот в тачке такого типа, на которой сейчас еду. Нет, честно, ребят, это очень неудобная машина. Я вообще не понимаю, для кого она нужна. Ну, для того, кто весит, наверное, килограмм на 40 поменьше, чем я этот раз. Но вообще туда ничего не положить, не вытянуться нормально. Окей.
Ребят, сейчас будет миссия с подставой от Каталины. Да, это она. Заранее достанем мы. Говорят, ты весь в делах. Я тоже не сидел сложа руки. Пора тебе узнать силу спанка. Целую в засос, Каталина. Окей. Сейчас будет это. А удалдашь все с панком психи. Окей. Тут нужно просто вот. Да-да, вот такую тактику. Тактики такой придерживаться. Окей. Окей, мне она казалась раньше сложнее. Все, они все умерли? Все хорошо. Да, раньше она мне казалась сложнее. Я почему-то менее был ловок в выполнении этой миссии, но спустя года все оказалось довольно просто. Легчайшее. Окей. Слушай, а мы много миссий ты выполнили второго города? Не сказать, что мы его прошли, но мне кажется, мы прошли его чуть больше половины. Такое чувство у меня сложилось. Но вроде такие миссии, которые мне раньше вызывали жопу боль, мы прошли. Вот сейчас будут такие относительно простенькие миссии. И несколько очень сложных. Так, нужно угнать машину Ярди. Все, я понял. Чем мне нравится еще эта часть, тут на радио не играет рэп. Я не знаю, меня очень бесил рэп в San Andreas. Я понимаю, что это типа аутентично, все дела, но что-то меня прямо дико раздражала вся эта херня с рэпом. San Andreas. А в GTA 5 это вообще апогея достигло, потому что там вроде 5 радиостанций с рэпом. Я думаю, нахуя мне 5 радиостанций с рэпом? Я одну-то не слушаю, а они целых 5 засунули. Лучше бы засунули 5 радиостанций с рэком. Да, я люблю русский рэк. Ди-ди-ди, Ария, Алиса. Русский рэк. Так, окей. А когда я успел на себя... Угу. Так, да-да-да-да-да-да, есть вы, блядь! Ой, ужас. Когда я успел на себя навлечь гнев вот этой банды, я не понимаю. Я же вроде и показал, что я крутой, что я могу убить 10 человек. Не понимаю. Давай, дружище, садись, 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 пока нас не выкинули из машины! Сука, какой ты тупой, блядь, а? Какой ты тупой? Все, слава богу, додумался. А, мой помощник умер. Что ж, он умер. Я поехал за ним, и он... Я его в следующий раз, если я вдруг провалю эту миссию, я просто его собью. Я не буду вот этим заниматься. О, господи. Господи, как у меня бомбит. Я в эти пистолеты. Ой, бляха-муха. Готов к переговорам. So
Ну. Ой, хорошо. Ой-ой-ой! В этом деле поосторожнее надо быть. Фармим оружие. У меня нет слов. Мне хочется плакать. Знаете, играя в эту игру, мне хочется думать о том, что следующая часть будет Вайс-Сити. Она будет светлой, с множеством воспоминаний. Там будет мир, в который приятно возвращаться каждый раз. Вот в этот мир. Мне просто хочется плакать. Реально, вот играя в GTA 3, я думаю только о том, какие тут заебные миссии. И о том, что вот даже сейчас не самые заебные миссии. Давайте, давайте, давайте. Что? 10 тысяч долларов? 25. 6. Сима. Не помню этой миссии. Так. Дайте мне быструю машину, вот эту, типа. Класс, у нее торчит. Пакет. Извините. Вообще не могу припомнить, что за миссия, извините. Мне кажется, что тот непись, который стоял, должен был у меня стрелять. Вот типа как этот. О, кстати говоря, скоро должна быть миссия с Филом Кэссиди. Это персонаж из GTA Vice City и Vice City Stories. И у него можно будет купить самое крутое оружие в игре. Окей, сейчас он скажет, что... I can't pay you, and I wouldn't pay you if I could. Some young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of yakuza are you anyway? А я не якудза. Я подсос. Разберитесь с бандой и верните деньги, приготовленные для якудза. То есть вот первые два пакета брались вообще на чиле. Какой-то один хуй стоял. Быстро его мочим. Забираем пакет. И сейчас, естественно, мы пойдем за одним чемоданчиком, где будет стоять человек 40 с автоматами Калашникова. Защищать эти 20 долларов. Так, а куда ехать-то надо? Ой. Так, ну мы впервые воспользуемся картой. Да, это ехать в другой город надо. Ну поедем, что делать. Поедем, про Roxanne Boy. Чё-то чувствую, сейчас снова я попадусь на эту хуйню из двух выстрелов. И закончится миссия. Он и в райончике находится, том самом. Конечно, в ПДД указано, что в тоннелях нельзя обгон совершать. Но, скажем так, это в российском ПДД указано. Мы-то в американскую игру играем. Они там ездят вообще как хотят. Успеем все, успеем. Ой, блядь. Нет, что-то мы в очень опасное место заезжаем. Я тут лучше поменяю машину от греха подальше. Потому что я предчувствую, что... Хотя... Ой, слава богу. Слава богу, я думал, что будет более заебный район, а тут вообще лайтовый. Все, выполнили. Все, что ли? Все, что ли? Да. Ну вот опять усложнение ради усложнения. Типа, зачем нужно вот в этот город было ехать?
Нет, я понимаю с точки зрения сюжета, как это можно было обосновать, да? Но с точки зрения геймплея... Вот это просто ты едешь в этот город, чтобы игра была чуть подольше. То есть никакой сложности нету. Сложность просто в том, чтобы доехать до первого города. А учитывая, что в оригинальной трилогии не было карты в GTA 3, то еще сложность была в том, чтобы найти это место. Не знаю, вот эта тема все-таки с натянутыми текстурами на здание мне не нравится. Очень ленивая. Все-таки переиздание. Ну, я не знаю. Могли бы перерисовать по-нормальному. Так, ну вроде у Кенджи мы все миссии-то выполним сейчас. И вот уже следующая миссия, где мы должны будем его убить, если не ошибаюсь. Хотя, наверное, еще одна будет. Одна-две. Ну, изично, простенько-простенько. Кстати, для меня было такое, ну, не то что удивление, а диссонанс вызывало то, что в San Andreas очень много, большая часть миссий, ты за них денег не получаешь. Ну, типа, бить как можно быстрее, продав весь, они смоются. А, понял, тут надо, да. Я просто привык, что в третьей, что в Vice City за каждое задание, которое ты выполняешь, тебе дают деньги. А тут получается вообще нихера. Ты не, ну, в San Andreas ты большую часть миссии вообще денег не получаешь. Я помню эту миссию, она лайтовая тоже. Просто убивай, появляется два. Убивай их, появляется еще два. И убивай как можно быстрее. Все, миссия. All the while wishing you were roasting a suckling pig at a pagan banquet. Is your next ideal home improvement a moat? Well, get ready, Liberty City. Не, 100% они упростили систему получения звезд. Потому что раньше тебе уже давным-давно дали бы две звезды за такое, что я вытворяю. Ой, ты еще здесь тусишь. Один из ярти скрылся, но... Мне кажется, он нихуя не скрылся. Возможно, я был свидетелем того, как он скрылся. Едь, едь, едь вперед, ты, блядь. Ёбаный рот. Не помню, тут вроде 5 их надо убить или 7. Хотя, учитывая, что игру очень сильно облегчили в каких-то моментах, возможно, 4 тоже достаточно. Ну нет, все-таки катастрофически мало времени они дают, чтобы выбраться из машины. А вот и две звезды. Ну ничего, мы миссию почти выполнили. Семь. Интересно, есть какая-то ачивка, если ты определенное количество людей здесь грохнешь из этих ярдей? Вот смотрите, вот у меня сейчас две звезды розыска. Это вообще не влияет на сложность игры. От слова совсем. Это вообще похеру. Никакого прессинга я не чувствую. 8 ярдей я прикончил. Все, выполнили мы все миссии Кенджи. Они все были очень простые. Блин, я думаю, что в San Andreas мы, помимо катсцен, еще будем выполнять эти, побочные всякие, ну, типа миссии Виджиланта, миссию скорой помощи, миссию такси, может быть, выполним. Нужно миссию такси привязать к чему-то, то есть не просто так его выполнить, а привязать, может быть, там зачитывать какие-то комменты под роликами, ну, типа, чтобы там не просто была езда. Вот если бы это было бы в рамках стрима, условно говоря, это одно дело. Но, ребят, я стримы из принципа не хочу делать, мне очень не нравятся стримы, я их не люблю.
То есть я люблю смотреть стримы, но не быть участником стрима. Я чувствую себя не в своей тарелке, когда вот есть прямой эфир. Но я уже как-то рассказывал об этом в каком-то летсплее. Просто спрашивали меня, вот, Никитос, давай ебашить стримы. А особенно вот эти предложения стримы по доте, это вообще жесть. Вот, да, дорогие друзья, сейчас мы встретим Фила Кассиди. Из GTA Vice City. Интересно, как будет его текстурка? Хоть чуть-чуть похожую они сделают на Фила Кассиди? Посмотрим. Вообще нет. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Вообще не похож он, конечно. Здесь бы нам базуку. Бля, они уже едут. Ладно, потом возьмем. Итак, друзья, вот это М16. Это самая сильная... Слушайте, мне кажется, они в этой части ее ослабили. Да, мне кажется, они в этой части ее определенно ослабили. Так, ну вот это... Да у Фила дела хорошо. Ну давай, улаживай все скопами. Блин, вот я так и не помню, как вот этот танк угнать. Так, окей. Мы возьмем М16. Мы возьмем базуку. Возьмем как можно больше М16. Потому что это, блядь, оружие монстра. Слушайте, да, заметьте, вот когда идет выбор оружия, вот место, да, очень, ну, лагать начинает почему-то. Итак, друзья, так сказать, испытание. Ладно, не будем испытывать его перед копами. Успеем еще. Все, занимайтесь своими делами, товарищи полицейские. Ладно, потом испытаем М16. Ну, так сказать, наглядное применение в игре. Насколько оно мощное. Хотя такое чувство, что его ослабили. У этого Рэя будет очень сложная миссия, где нужно его будет доставить до аэропорта. А, тут нужно будет чела из скорой помощи высвободить, так сказать. Ладно, тут лучше будет эта машина сойдет. Угу. Он под нами. Я понял. Я все понял, ребят. Я все понял. Ой, не, я вспомнил, что это за миссия. Она связана... с большим количеством звездочек. Да, нужно все 6 пакетов выбить из этой машины. Ну, пока начили, ребят. Пока начили. Начили. Тут главное осторожно. Ритм определенный нужен. Ты думаешь, надо въебаться со всей скорости в тачку? На самом деле ее достаточно просто чуть-чуть. Вот чуть-чуть ее достаточно просто коснуться. Вот так вот. Давай, дружок. Чуть-чуть коснулся. И последний раз. Потом снять с себя уровень розыска и привезти все пакеты. Все очень просто. Все очень просто.
Я провалил эту миссию. Или нет? А что было написано? Что надо сделать? Оставьте улики в машине и подожгите ее. Окей. А как я ее подожгу? Ладно, у меня есть одна... Бля, я надеюсь, это сейчас не связано с багом, эта миссия. Как мне эту машину поджечь-то, я не понимаю. Ну, вроде поджег. Ой, бля. Ой, вот так. Такая игра это. GTA 3. О, Дональд Лав появился. Миссия Дональд... Но я думаю, что мы в этой части выполним сначала все миссии Рэя, а уже потом будем выполнять миссии Дональда Лава. Кстати, это тоже персонаж из GTA Vice City. Рыбалка. А, я помню эту миссию. Наверное, тут даже и ХП нет смысла восстанавливать. Ну да. Тут эту миссию либо проваливаешь из-за того, что случайно в воду попадаешь, либо не проваливаешь. Блять, копы еще за мной ходят. Все, все, все. Хорош. Побегали мы уже 10 секунд. Забей уже хуй. Не поймаешь. Так. А где этот полицейский катер? А, он на другой стороне, понял. Такое чувство, что на самом деле я помню, я его угонял из этого берега. Не обязательно с того это делать. Но похер. Уже заканчивать надо. Я так и вторую часть не успею за сегодня записать. Мне с Машей сегодня сидеть. У меня нет времени записывать вторую часть. Еще один час. Это хорошо, что Маня сейчас еще спать легла. Точнее, это наоборот плохо, что она сейчас спать легла. Лучше бы она легла спать на момент, когда я буду с ней сидеть. Потому что тогда бы у меня было бы время записать бы. А в другом ином случае нет. Так, хорошо. Это ебаная распрыжечка. Окей. Как много вещей в GTA, которые меня бесят, я не могу. Отправляйтесь к маяку и пустите напарника Рэя к рыбам. Это мы можем. Это без проблем. Ой, я вспоминаю в Сити, какие есть заебные миссии. Почти все миссии связаны с лодочными, а не заебными из-за уебанского управления. Какая еще в Сити? Вот миссия прям бесила меня. Все миссии клуба Малибу, они все заебные, абсолютно. Даже ограбление банка. Так вот рыбку ловит напарник Рэя. Гранатами, блядь. Че? Запалили тебя? Напарник Рэя. Нихуя себе. У меня никогда вот миссия... Так сказать, по такому сценарию не шла. Моментальному. Я думаю, наверное, конечно, тут я сейчас в опасном месте нахожусь, но лучше я на машине доеду до миссий, а не через воду, потому что, ну, в пизду, блядь, я в воде не доверяю в этих частях вообще. Ребят, я думаю, что на этом можно заканчивать. Я, конечно, обещал, что мы пройдем миссию Рэя, но уже в следующей части, вот, потому что это и так долго идет, а у меня еще ребенок. Нужно на вторую часть все растянуть. На этом все, с вами был Кузьма Гринин, подписывайтесь на канал. Всем блага, здравого, радости, удачи, всем пока.